Наташа, я не понимаю. Чего? Мне надо там записаться, здесь прописаться, а там выписаться. Куда идти-то в первую очередь? Фига ты молодец такой. Ну, так не получится. Для этого есть определенные дни. Есть запись день, есть пропись день, есть выпись день. А чего? Эту три пиздень нельзя за один день сделать? Мужики, возьмите себе на заметку. Песню, которую вам присылает девушка, ее, оказывается, надо не только слушать, но и анализировать. Открой дверь. Я тебя не пущу. Че это? Куда же ты пьяный? Я не понял, кто в доме хозяин? Кто в доме, тот и хозяин. Ну и что ты села убираться-то? Кто будет? Ты видел, что в комнате творится, зая? Смотри, что нашел. Тетрис, что ли? Господи. Все, уборку можно закруглять.